Ну, даст Бог, сегодня все случится так, что я соберусь, все сделаю, пройду. Очень важное для меня выступление сегодня будет. Я буду петь свою авторскую песню. Я сам, будучи ребенком, помню эти моменты, когда у нас была война в Армении. Вот. Я помню, как через дома загорались свечи, и я слышал, как женщины плакали, да, там, жены, матери плакали. И, будучи маленьким ребенком, не понимая, что происходит, но мне становилось грустно. И вот эту песню как-то выйти и донести правильно, правильно спеть, для меня очень важно, чтобы, ну, там есть что сказать. Здравствуйте, друзья. Я рад вас всех видеть. Привет, Севак. Ну, как ты видишь, все места заняты. А знаешь, что это еще не вердикт? А, да? Ведь именно от этого выступления зависит то, останешься ты здесь и как-то очень мощно выбьешь одного из претендентов на победу, либо отправишься домой. Давай, какая песня? Авторская песня, называется она «Возвращайтесь». Давай, поехали. За окном тишина, на душе пустота, в серой дымке исчезли родные места, корабли обгоняют чужую волну, командиры уводят солдат на войну, но как тени веков, исчезая во мгле, остаются жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. Догорают под звездным покровом мосты, одеваются в черные краски цветы. Кто-то завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив зажжется свеча, и польется молитва «Спаси, сохрани!», и послышатся крики «Верни мне, верни!». Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат «Возвращайся домой!». Матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и неслышно кричат. Впервые аплодисменты. Умеете вы, Севак, коснуться сердца?
А вот у вас есть фраза «возвращайся домой». Кому из тех, кто уже уселся на этот стул, вы бы могли сказать это? Я бы никому не хотел. Никому. Хорошо. Нам нужно... Мне интересно услышать мнение своих коллег. Что делать? Я... Таких вокалистов, как Сиван... Он блестящий вокалист. Нет, да. И реально... Ну, меня тронуло. Меня тоже. Меня тоже. Действительно, по-настоящему. Я считаю, что он более подготовлен, чем тот парень. Но это однозначно. Тот юн. Я не хочу, чтобы ты уходил. Если ты, я уйду, короче. Не-не-не, я тебе серьезно говорю. Я тебе плену, что я даю слово. Если ты, я уйду. Успокойся. Я сейчас набираю команду из 3 человек, за которых я буду отвечать и в которых я уверен до конца. И, безусловно, я горю желанием оставить вас. Я бы оставил всех, но правила такие, что пройдут только 3. Вы подойдите к стульчикам. Ребят, простите. Я назову имя человека, который должен покинуть сцену прямо сейчас. Валерий, уступи место Сиваку. Извини, брат, ничего себе, честно, хорошо, я очень неудобно, честно. Все извини, хорошо. Спасибо за выступление. Дальше будет еще лучше. Спасибо. Вы в моей команде, и это... Антош, мы вас поздравляем. Поздравляю. Спасибо большое. Я пытался делать все максимально динамично. Все честно, молодец. Да, прекрасная команда получилась. Как чувствуешь? Все правильно сделал. Я уверен в этих ребятах на 100%. Невгамовний Антон Савлєпов обрав свою міцну чоловічу трійку. Серйозні рокери без обмежень. Оптимістичний Олексій Кудрявцев. Нестримний лірик Сєва Ханагян. Зібрати тих, з ким вдасться ламати стереотипи та перемагати на X-факторі, вже готовий Андрій Данилко. Відкрити новий талант. Реально талант, який потім буде після проєкту существувати своєю життю, збирати зал, мати свою аудиторію. Вот это сверхзадача. Та кого серед X-героїв він обрав собі.